19 апреля в нашей стране стал днем единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Эта дата является своеобразным символом единства Красной Армии и советского народа в достижении победы над нацистами, устроившими геноцид и на нашей земле. 19 апреля не просто день, когда мы еще раз отдаем дань уважения подвигу предков. Сегодня мы вновь вспоминаем о нашем единстве в борьбе с любыми проявлениями геноцида. По всей России сегодня проходит мероприятие, приуроченное этой памятной дате. К возложению цветов к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны присоединился актив местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» во главе с секретарем партии, руководителем Кашхабльского района Зауром Хамирзовым. В мероприятии также приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, депутаты райсовета, сторонники партии. Собравшиеся отдали дань уважения всем солдатам, не вернувшимся с войны, всем, кто погиб в боях и не дожил до сегодняшнего дня.